Всем привет, дорогие зрители! Наконец-то канал Папа Юсуф Друзьяр свой канал приготовлю что-то. Я знаю, в ваше ожидание очень много рецептов. Конечно, будем приготовить рецепты вам, что показывает тюркский настоящий вкус. Друзья, очень много людей меня пишут: Юсуф, после работы очень быстро приготовим что-то, покушаем, спим. Покажи какая-то блюдце. Друзья, вот такой блюд сегодня мы будем приготовить. Быстро ужин. Очень быстро ужин. Короче, я буду вам показывать тюркские кофты, как кофе приготовят. Которые, вы знаете, это, когда кофе выезжаешь, который очень вкусно пахнет, вот такой кофте. Кофте котлет буду приготовить. И радужком булгур плаву. Плов булгур, друзья. Булгур что значит? Наш Турция булгур, ваш туда гречка. Очень много зрителей тоже спросил булгур плаву, как можно приготовить. Тоже покажи. Вот это блюдце. Тоже буду приготовить булгур плаву, друзья. И здесь настоящий вкус будет кофте. Давайте, поехали. Ла кофте, что нам нужно? 1 килограмм полежирное, друзья, аккуратно, полежирное, я вот так открою. Полежирный фарш, говяжий у меня, если вы хотите баранина, если вы хотите других мяса, это без разницы. У меня хлеба внутри, если у вас сухарики или панировочные сухарики, тоже подойдет, но хлебом еще вкусно получается. Хлеб у меня сколько грамм? Максимум 75 грамм. У меня 50 миллилитров молока есть. Черный перец будет мне нужен 1,5 чайной ложки тюркский. Паприка 1,5 чайной ложки тюркский. Тимин, зира, тимин одной тоже вещь, друзья. Я так вижу, люди спорят и спорят. Одной тоже вещь. Тимин, кимьон, зира. Одной тоже вещь. 1,5 чайной ложки будет у меня. У меня радужком что? Сухая лук. Вот это очень важно, друзья. Сухая лук и сухая чеснок. Каждый магазин есть, везде продают. Везде. Обязательно сухая надо. Если у вас свежий, один штук. Порежьте очень тонкий. И сок нажимайте, убирайте, потом выставляете, конечно, вкус будет другой. 5 грамм сода нужно, карбонат. 5 грамм. Ла котлет, ла кофте, эти самые настоящие продукты, друзья. Ла плов что нужно? У меня еще кушать есть, я плов маленький буду приготовить. Сливочное масло есть у меня, грамм 60. 1,5 стакан булгур. Соль, масло, соль. Давайте быстро начинаем. И будем кушать. Фарш отправляю. У меня лук, сухая лук, 50 грамм, друзья. 50 грамм получается 3 штук лук. Сухая 50. Друзья, обещал приготовить. Раз. 2, 3. 3 чайной ложки чеснок, сухая чеснок добавил. Я обещал, друзья, потому что очень много людей есть свой бизнес, хочет свой бизнес приготовить что-то. Я обещал, показываю. Дома тоже можно приготовить такой блюд. Зира, тимин, кимьон. 1,5. Давай тогда, если не хочешь. 1,5. Немножко перемешать будем, потом сода добавляем, друзья. А сейчас организуем хлеба. Молока забираем. Хлеб немножко так порежем. Грамм уже смотрю, друзья, 78 грамм у меня хлеб. Хлеб без шкурка, просто внутри белый хлеб. Я сейчас умру, миги. Оглу?
Друзья, 50 мл молока добавили и 50 мл масла добавляем. Еще соль не добавили. Сейчас перемешаем немножко. Тут немножко тянет. Соль тоже добавляем. Два ложка. Чайная ложка, друзья, тюрьевский. Сейчас начинаем. Смотри, даже сейчас так форма держит, понимаешь? Лук уже сам соединил внутри мяса, который вода. Представляешь, это вот. Вот уже форма держит. Кофте Джиусов. Ломать невозможно. В этом весь секрет. Я. Друзья, хлебе вот помельчаем. Добавляем. Сейчас самый настоящий момент, мадам. Наш это поварский язык есть, который какой мастер хороший, кто хороший перемешает котлет. Друзья, 5-6 минут перемешаем. Вот, на этот момент хлеб тоже ел мясо. Очень-очень быстро. Когда ты дословно переводишь с турецкого на русский, очень весело получается. Короче, хлеб не видно на мясо. Мы это, язык это повара. Повар что говорит? Мясо ел, хлеба. Ну, скажи по-турецки. Эт экме еди. Şimdi soda istiyor. 5 gram. Каждый килограмм 5 грамм сода есть. Друзья, видите, не бросают. Отлично получилось. Не переклеят. Давай еще 2 минуты. Быстро-быстро перемешаю. Друзья, один штук берем сразу. Перебираем. Что он хочет, что как. Видишь, форма держит. Прямо на мангал. Чос. Будем жарить на сковородке. Да. Мангал как-нибудь в другой раз. Как хорошо, ты знаешь. Стресс и со, китаешь. Уже лук начал тянуть там сода. Сверху, друзья, вот такой дырка делаем пальчиком. Вот такой. Побольше дырка, везде дырка. Не закрываем сверху ничего. А сейчас что будем делать? Оставляем 10-15 минут отдыхать. Это красота. Друзья, сейчас булгур будем приготовить. Маленький огонь, кастрюль. Отправляем масло. Друзья, 100% будет вопрос, булгур почему не помоетесь? На это булгур нельзя помыть, друзья. Булгур не рис. 1,5 чайной ложку соль. Капельку масла подсолнечное. Друзья, булгур немножко будем жарить, поэтому масло подсолнечное добавляем. Соль почему добавили начало? Соль не ломает наши булгуры. Сейчас булгур добавляем. Чуть-чуть 2-3 минут будем жарить.
Господи, обычно мы булгур, пилав приготовим внутри либо шампиньоном, либо картошком, морковком. Просто чистый пилав я приготовлю, лаваш. Просто показываю. Если с картошком, сначала надо жарить картошку, потом булгур добавить, шампиньон также. Но это простой вариант, в самых простых кафе дают. Да, они и с томатным пастом делают, это мне не нравится. Угу. Чистый булгур надо. Томатную пасту в Турции, мне кажется, только в чай еще не научили добавлять. Мороженое будем скоро приготовить, томатная паста. Вообще. Добавляют ее везде. Друзья, сливочное масло, когда начинает пена, вот, уже пора воды отдавать. Наливать. Во. Два стакан холодная вода, не горячая, холодная. У нас надо шок нашу еду. Один раз перемешаем. Огонь еще поменьше делим. Крышка закрываем. Через 20-25 минут готово, друзья. У меня булгур готово. Сначала немножко пожарили булгур. Вот не думайте, это горели. Я немножко еще воды добавил. Мягкие люблю. Немножко воды добавил. Немножко сколько? Полстакан еще добавил. А сейчас начинаем жарить котлеты, друзья. Друзья, сейчас так потихоньку шарик делаем, который грецкий орехи размер. Я уже несколько штук делал. Большие у тебя орехи. Не очень такой, дома кушаем, а. Друзья, кафе как делают. Который я вам показываю. Вот такой маленький шарик. И дырка средненькая. Почему дырка? Потому что сковородком, когда приготовим, пусть внутри суп пожарят. Если мангал, дырка не надо. Обязательно. Но когда сковородка приготовим, немножко толстый надо, друзья. Не такой маленький. Все равно сами будем есть. Сначала шарики приготовим. Просто вы когда дома приготовите, так немножко пожарите сначала, попробуйте. Если вам вкус или пряности не хватает, что-то не хватает, добавите, потом еще раз перемешайтесь. Сейчас сковородка, друзья. Большой огонь. Масло. Так, где-то 3 столовые ложки масла. Друзья, у нас в фарше жир баранина нету. Если у вас там баранина жир, масло не надо добавить. Настоящий котлет должна ждать один ночь. Сухая должна быть мясо. Очень-очень вкусно. Но это тоже вкусно получается. Вот так. Дырка средненькая. Типа гамбургер. Отправляем. Я не виноват, Юзуф. Ты виноват. Я не виноват, Юзуф. Ты виноват. Ра! Что первым? Каждый минут поворачиваем, потому что внутри сухая. Пока каждый минут поворачиваем,
Потому что внутри сухая пока продукты. Потихоньку пожарим. Еще один добавляю сюда. Уже 6 минут. Раз перемещаем. Если не хотите поджаристый плов, то меньше жарьте. Вот и все. Просто Юсуф так любит. О. Когда зуб поставили меня, постоянно я голодный гуляю. По-турецки снять шкурку с огурцов. А что, русский не забирает? Нет. Забирает. Ну, это если огурец совсем толстый, старый. Оп-оп. Вкусно, помидор. Рядом. Как подпись, видишь? Друзья, приготовил. А сейчас что очередь? Кушать. Сначала булгур. В общем, не отходя от плиты можно есть. Булгур вкусный, друзья. Без вопросов. Чёфтя. Прожарились. Соль мало, видишь? Mm-hmm. Я соль добавлю. Мы всегда, вот мясо много съел, не надо. Если соль мы много давали бы, на это такой котлет не было бы. Еще крепче был котлет, тогда нет. Сейчас сверху посыпать солью. Либо есть меньше соли, соль вредна. Друзья, я вам показывал, который быстро ужин. Очень быстро, очень-очень просто. Просто что? У вас вообще времени нету. Молоко не добавите, друзья. Молока, хлеб не добавите. Просто лук надо потереть, друзья. Сок выбросить, который что остается. Добавите фарш внутри, который черный перец, тимень немножко. Немножко соль. Соль перемешайтесь, пожарите. Очень-очень просто, очень-очень быстро. Вот такой последний я говорил. Тогда сковородка масла нельзя добавить. Нельзя. Вот, друзья. Если вопрос будет у вас, конечно, я готов отвечать. Все, читаю комментарии. Отвечаю, друзья. На следующий рецепт увидимся. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Люблю вас. Всем пока.